Продолжаем тянуть 27 тонн цемента. Тянем этот цемент... Ой, простите, что-то мне как-то неудобно сижу. Тянем этот цемент в кафор. Что такое-то? А, это Европа, кстати. Я же только что съехал, и меня штрафанули. Ну, блин. Очень долго ездил по Англии. Очень долго. Как мне так штрафанули? После того, как я только съехал. Все, перестал нарушать, съехал. А меня штрафанули. Вот, ну, засранцы. Ехать осталось час, а до ждем груз через 13 часов. Неплохо. Почему мне так попасть? Это из-за того, что скользко? Через Амстер, да. Очень скользко. И тут еще одна небольшая проблема обнаружилась. Английский спидометр в милях. Километров в час, примерно 60 миль. Но я думал, остановлюсь на 30. Во-первых, время есть, а во-вторых, очень скользко. Фига, тут туман в тоннеле. Неплохо. Так, ну вот, кстати, здесь можно... За что? А, выплата по кредиту. Я уже думал, опять за что штрафанули. Кстати, для грузовиков здесь ограничение не 100, а 80. Уровень масла нормально, а вот можно было бы еще масло менять, это заправляться можно, а масло менять чуть-чуть как-то не очень. Блин, ретардер шумит. Все-таки чувствуется то, что 27 тонн для этой тачки как-то так многовато.
подцеплю следующий заказ. И хватит пока. Кто-нибудь вам или Налик? Тут у меня еще Довер, Плаймонт, Кардифф, Шеффилд, Эдинбург не раскрыто. Ньюкасл, ну это как бы в Англии, да, уже хорошо. Ну тут переправа, конечно, дорогущая. Ну хотя бы в Англии. Карлсон, вот где? Вот. Ну ладно, вот с этим в Англию заедем. Тут будет... Во! Вот это надо взять. Тут довольно близко. Листовое стекло. Да, поехали за стеклом. Переправа, конечно, дешевле. Вот, но главное... Шеффилд все-таки съедем. Так, это где-то недалеко. Нужно вот прямо и направо, да? Понятно. Блин, там же стекло было. Ну, ладно, вот сюда. Одежда. Тут, кстати, можно выбрать вид прицепа, но ладно, мне как бы мало интересно. Беремся. Где? Где он? А, вон он там.
все. Остальное я запишу в следующей серии.